Власти Московской области расширили меры региональной поддержки семей с детьми. Так, при рождении первенца в 2020 году ипотечная ставка для семьи будет снижена на 3%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на ежегодном обращении к жителям региона. Мы поинтересовались у жителей муниципалитета, что они думают о нововведении. Оказалось, что подавляющее большинство даже не слышало об этом. Не знала даже об этом. Да, первый раз слышу, но это было бы здорово очень. Да, так что это актуально, во-первых. Первый ребенок как раз. Нет, не знаю. А как вы считаете, вообще вот такая вот форма поддержки, она вообще актуальна для молодых семей? Да, конечно, очень стимулирует к рождению еще детей. Да, знаем. Знаете, так. И как вы считаете, вообще полезное нововведение? Да, я думаю, что для нуждающихся в жилье, конечно, это будет полезно. Побольше, если была бы ставка. В смысле, поменьше. Тогда было бы полезно. 3%, не знаю. Слишком мало? Да, маловато, надо побольше. Это хорошо, поддержка для детей, для матерей. Я слышала, что ввели новые реформы. Ну, я думаю, достаточно здорово, что они и на первого ребенка сделали материнский капитал. Это старт для новой семьи. Очень здорово. Обязательные условия для снижения ставки – подмосковная прописка родителей, рождение, регистрация ребенка и приобретение жилья на территории Московской области. По мнению чиновников, новая мера региональной поддержки снизит стоимость квартиры и кредита в среднем на 1,5 миллиона рублей. Новая льгота не отменяет федеральной поддержки семей в виде материнского капитала, который для первого ребенка сейчас составляет 466 тысяч рублей. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.